начнется третье исправление. Загадочный мир, чудеса, приключения. Давайте заглянем немножко вперед. Что нас ожидает? Сентябрьский день. На кровати кто это лежит? Спросил не бывает. Эх, жестокая судьба. Все замучили меня. Просыпайся, милый. Вставай скорее ради меня. Чтобы быть всегда здоровым, отожмись пять раз от пола. Отломись и потянись, полотенцем оботрись. Просыпайся, миленький, вставай скорее, родименький. Эх, жестоко, судьба, все замучили меня. Надо школу поспешить, чтоб предметы изучить, чтоб уметь читать, писать. Мне милее всего кровать, не хочу совсем вставать. Я тебя сама умою. Постель твою накрою, твой портфель я соберу и до школы провожу. В классе ждут тебя друзья. Ох, отстаньте от меня. Есть у меня подружка, мягкая подушка. Ой, что не говори, что же ждет нас впереди? Мне очень останется, в жизни будет мало. Эх, жестокая судьба. Ладно, ладно, встану я. Звони скорее. Мой внучок, дорогой, ты не бойся, я с тобой. Хорошо, что лишь подушка приросла к твоей макушке. Если бы приросла кровать, ты не мог бы даже встать. Милый доктор, приходите, сын мой бедный спаситель. Его кровненькой макушке приросла к твоей подушке. Thank you.